Добрый день. Сегодня я в походе. Сегодня отличный день, солнечный. Суббота. Вчера пришел на место вечером. Поставился тут. Тут недалеко еще железная дорога идет, слышно. Жужжит. Идет поезд. Я тут поставил все свои дела, разложил. Тут у меня все горелка. У меня горелка. Тут я сижу, кушаю, чайник там, стакан, дощечки, тут мои котелочки. Разложился тут. Тут пила, которую я пилю, дрова. Идемте дальше смотреть. Здесь вот как раз я дров напилил уже. Несколько чурок. Это моя лопата здесь. Лопата моя, которую я все разгребал. Здесь моя сидушка. Сидушка по принципу кресла сделана. Садишься, можно опереться спинкой. Здесь у меня, значит, типа ступенек сделаны. Здесь я, это мое место, место моего костра. Сейчас сяду. О, какой кайф. И вот тут я сижу, наслаждаюсь костром. Это у меня костер не прогорел, это я вчера тут раскопал дырку, и вот сразу же, как получается, жег костер. Основание мне было, служила земля. То есть очень удобно, ничего не проваливается. И сразу как бы горит хорошо костер. Место такое, конечно, достаточно секретное, можно сказать. Но интересное. Всегда вот интересно ходить именно в такие места. Какие-то новые, что ли, для вас. Вот очень-очень-очень интересно. Сейчас уже часа два где-то по Перми. Хорошо очень устроился тут. Красивый такой лес. Прикольный. Ну, приехал отдохнуть на выходные. Думаю, домой уже завтра буду вечером выдвигаться. Смотрите, какая лисина стоит. Вот она прикольная, да? Такая, реально какая-то лисина. Но я ее, наверное, не смогу спилить. У меня пила не позволит по диаметру, наверное, взять такую лисину. Пойдемте, тут еще покажу вам кое-что. Здесь я ходил сначала на снегоступах, потом уже тропинку тут вытоптал. Здесь как раз вот я сушнинку одну запилил. Запилил сушнинку. Потом из нее еще дощечку сделал. Запилил, отпилил частичку этой сушинки. Вот здесь она упала. Вот мои, получается, эти пропилы. Пропилы я тут распиливал ее на несколько частей. И уже вот остатки остались, только чуть-чуть. Такие вот остаточки этой сушинки. Сушина здесь есть. Вот хорошо вот такое место тем, что ты приходишь, и здесь просто сушин море. Сушин море, выбирай любую, пили, топи дрова, кали, пили, наслаждайся. Не то, что там вот на старом месте, там вот вчера я проходил, на старом месте, и там какие-то люди, какие-то вахтовики, что ли, там что-то делают, я вот даже не понял. Думаю, блин, такое место было, ну, уже, конечно, заезженное нами, уже неинтересное, может, даже это и к лучшему, что я сюда как бы пошел, двинул в эту сторону, в эту степь. И здесь нашел такое более-менее местечко, вчера тут все поставил быстренько так. Ну, в общем, хорошо обосновался. Все классно. Сегодня уже кашки поел с утра. Так,
Палатка-то есть даже, не сильно хочется. Здесь палатка. Оттяжки вчера сделал хорошенько. Прикрепил их. Очень удобно делать оттяжки, когда они удлиненные особенно. Вообще классно тут их прикрепил. Сейчас она стоит. Достаточно устойчивая. Ветер не гоняет палатку. Тут уже сушу сверху. Куртку чуть-чуть подсушил. О, вчера тут на снегоступах на этих дошел. Не знаю, сегодня, если будет время, еще поснимаю. Ну, вообще, похожу на снегоступах. Вот эту елочку тоже, она как бы такая сухонькая. Использовал для розжига. У меня такие веточки тоненькие. Классно розжиг делать. Здесь также моя горелка примус. Ну, там все дела. Палки здесь стоят. Ну, такое место. Место очень интересное. Даже лог какой-то впереди. Может, в лог сейчас хожу, погуляю. А, как бы с топкой дров очень все нормально. Такая яма. Яму сразу раскопал здесь еще. Какую-то стеночку сделал, чтобы ветер не поддувал. Вот так вот, в принципе, и обосновался тут. Ладно, что будем снимать дальше.
моя палатка с утра. С утра шел то ли град, то ли дождь сильный несколько часов. Интересно выглядит. Такая вся такая снегу. Дожде каком-то. Смотрите, друзья, какой остаток дерева. Прикольный. Сейчас поближе подойти. Вот это. Такие есть приколы в лесу. Вот такие грибы. Иду к лагерю. Вот я в лагере. Уже сегодня какой там третий день. Это у нас костер такой уже. Сейчас запалил его. Сижу. Немножко поснимаю его. Горит кайфово. Как тепло около него вообще. Отлично. Погнали, чё. Идем на своих ступах.
иду с рюкзаком, потому что полная амуниция. Иду потихоньку. Идем. Thank you.
Хорошо бы. Кайфово, вверх сейчас. Oof.